Сегодня 15 августа 2009 года. Нашу семью не случайно, в жизни ничего не бывает случайного. Посетил Николай Валентинович. Это же не каждый человек пойдет, услышит музыку и скажет, дай-ка посмотрю. Это хороший человек. И ему, так сказать, все везло. И нашел, и позвонил, и узнал. Другой тыкается, и ничего не получится. Не случайно. Никто никуда не пустит. Да нет. Позвони другим людям, так они за металлическими дверями сидят, дрожат. Они сказали, что это квартира именно ваша. Вот позвоните в эту. Может, да. Знаете, не сказали. Может, вам лучше сказать. Мы точно не знаем. Не, мы всех, да. Люди-то все-таки. Да не случайно опять. Вот не бывает так, чтобы случайно шоу, случайно. Все в жизни не случайно. Для Николая Ивановича дорогого, да? Мы должны сыграть что? Смуглянка, молдаванка. Давайте. Okay.